канал улицы Москвы, и мы находимся на 2-й Рыбинской улице, которая также не может похвастать живописными пейзажами, как и соседняя с ней улица 1-я Рыбинская, на которой мы были в предыдущем выпуске. Те же гаражи. Здесь даже тротуара не видать. Так. Сейчас пауза. Да, понял, что мне лучше по противоположной стороне двигаться. Там из-за припаркованных автомобилей вообще из этой статьи ничего хорошего не выйдет. Где-то внизу проходит третье кольцо, которое... А, вот здесь оно уже, да, выходит из тоннеля. Здесь оно левее, скорее. Так. Туда вот съезд на 1-ю Рыбинскую. Прямо бизнес-центр Буревестник. Да, здесь, конечно, вот эта часть 2-й Рыбинской улицы совершенно не приспособлена для пешеходов. Считается, что им тут никуда не надо. Ну, дальше вроде получше с этим. Так, так, так. Открытое акционерное общество «Экстра М». Газета такая вроде. Так, ну вот проходит, да, параллельно. Третье транспортное. И туда вот, в сторону Рижской получается. Опять дождик поморосил. Место посадки сотрудников бизнес-центра «Буревестник». Такая машинка. Их повезет к метро. А тут вроде бы как и нету никакого общественного транспорта. А, хотя да, есть же этот 778, который на электробусах работает с недавнего времени. Ну, место, конечно, тут то еще. Так. Очень много промзон. Железных автомобильных дорог. Вот еще какой-то апарт-комплекс у нас.
на внутренней стороне. Здесь вот заканчиваю тогда у 12-го дома.